Всем привет! Решил записать очередное видео по доработке нашей радиоуправляемой аппаратуре FlySky i6, наша передатчика, точнее скажем. И доработка заключаться будет в следующем. Так как на данной аппаратуре находится 4 переключателя, только один из них трехпозиционный, все остальные двухпозиционные. И как эту проблему решить, если вам есть такая необходимость добавить еще один трехпозиционный. Как видите, здесь я сделал одно технологическое отверстие, в котором буду также размещать переключатели, которые вы можете приобрести либо в радиодеталях в магазине, либо на Алиэкспрессе заказать. Ну, в радиодеталях вам будет гораздо дешевле. Вот. Смысл, для чего я это делал? Ну, то, допустим, я как вот самолет делал, ИКАР, у него были закрылки. И мне надо также было трехпозиционный переключатель, чтобы в трех позициях были отклонения по разным углам закрылков. Либо, если вы используете на квадрокоптере, обычно делают свитч, соединяю, то есть двух вот этих вот переключателей. Получается, так как здесь 2, здесь 3, получается 6 полетных режимов. Вы можете сделать 9. Имея 2 трехпозиционника. Для этого вам понадобится всего, ну еще раз повторюсь, такой же переключатель и 2 маленьких резистора на 2,5 килоохма каждый. Почему? Потому что разберете аппаратуру свою, вот, и увидите. Так, ну изначально откуда мы это будем брать? Замена это и будет нашей вот этой вот крутилки. Так как мне в полете нужна всего лишь одна, а одна мне не нужна. И все будем отсюда брать. Вот, естественно, отпаиваете провода. Вот они, 3. Средний был белый сигнальный. И, конечно же, лучше вот так вот сделать зарисовку непосредственно ваших проводов, дабы не ошибиться потом при пайке. Распаяли, естественно, я проверил мультиметром, сколько действительно здесь, 5 килоом. На самом деле это уже собирал, тут даже разобрал просто для видео, чтобы вам наглядно показать. Вот, и 2 этих резистора вы просто припаиваете, один к одной ножке сюда и один посередине. Второй внешней ножкой посередине. Все. Вот так у вас должно выглядеть. 2 резистора посередине припаянных. Вот. Ничего здесь сложного такого нету. И припаиваем теперь провода. Все. Больше здесь ничего нам делать не надо. Вот так вот выглядит спайка. И провода, и резисторы. И теперь мы просто вставляем вот в это наше сделанное отверстие. Вы можете сделать это либо просверлить, но я это делал выжигателем. Вставляете и прикручиваете. Все, и собирайте аппаратуру вашу дальше. Ну и теперь рассмотрим работоспособность. Для этого нам надо, чтобы все органы управления находились на своем положении. Непосредственно тумблеры все вверх, стик газа вниз. Включаем и заходим в меню Setup и выбираем дисплей. Значит, изначально, естественно, я назначил вот эту вот крутилку на 5-й канал, а тумблер на 6-й канал. Вот, продемонстрирую вам вот 5-й канал, как видите, в 100% на экране точки вывел. Вот оно крутится. А непосредственно наш тумблер сделал на 120% крайней точки. И смотрим, 6-й канал. Среднее положение и крайнее. Тем самым, вот, вы делаете 2-й трехпозиционный переключатель. Сложного здесь ничего. Да, может быть такой возникнуть вопрос, так как если покупаете такую аппаратуру изначально, она у нас всего лишь навсего 6-канальная. Уже есть много видео, скажем так, уроков для прошития
под более количество каналов. Моя же аппаратура прошита под 10 каналов. Уже существует новая прошивка под 14 каналов. И сказать так можно, здесь уже можно задействовать весь функционал ваших тумблеров, крутилок, всего. Используются приемники, такие вот как FS и I6B, которые также работают по PPM сигналу. То есть вместо всей этой гребенки используется только один, если не ошибаюсь. Также есть FS и I6A. Тот по PM не работает. Вот. Так как у меня прошито под 10 каналов, естественно, я приобрел такой приемничек FS и I10, который также по первому каналу работает по PPM. Это в настройках надо менять. Обычно это идет по подключению к контроллерам полетам ваших. И еще вот один приемничек также приобрел, но пока не испытывал. Сами видите, какой он маленький. Называется он так. FS-I8S. Который уже не имеет такую кучу гребенок, имеет такой один единственный выход. И вот такой вот к нему разъем. Для подключения к контроллерам полета. Значит, в PPM здесь у него выходы PPM, iBus либо SBus, VCC и END. Ну, короче, земля. Значит, по PPM он работает в 8 каналах. По iBus, SBus аж до 18. Если ваш контроллер полета это позволяет, то вы смело можете приобретать такой приемник и подключать его. На этом видео все. Всем спасибо.